что мне делать, если я не могу найти тян из-за своей духоты? Что мне делать, если по причине своего одиночества хочу уйти в науку? Жизнь ебаная, блять, скука. Заебало, пацаны, не знаю просто. Я хочу найти себе реально клевую тян. Я хочу, чтобы она была похожа на Монтян, чтобы грудь у нее была большая, и чтобы я за нее решал все. Такая классная, такая сасная, такая милая, такая клевая, такая красивая, такая охуенная. Что же мне делать в этом поколении? Тянок не найти, все они бледины, просто говорящие, ходящие вагины. Мне сложно отыскать свою любовь, но я буду помнить о ней вновь и вновь. Что мне делать, если я не могу найти тян из-за своей духоты? Что мне делать, если по причине одиночества я хочу уйти в науку? Ебаная скука. Как скучно мне одному лежать в кровати. Я хочу устроить одиночную афтер-пати, но никакой вечеринки не было. Мне очень грустно, я плачу. Без девочки, без красивой сасны, молодой, симпатичной. Я хочу даже найти какую-нибудь наркоманку, потому что она клёвая, она даже лучше, чем моя мамка. Клёвая наркоманка с большими буферами. Это все, что мне надо, это все, что я знаю. Шадов дал мне простой совет: не читай фристайлы никогда, нет. Даже и не думай, братишка, не грусти. Просто себя прости и отпусти от себя все эти тяготы жизни. Нахуя тебе эта любовь, братишка? Не плачь. Шадов, что мне делать, если я не могу найти тян из-за своей духоты? Шадов, что мне делать, если по причине одиночества хочу уйти в науку я? Вместе! Шадов, что мне делать, если я не могу найти тян из-за своей духоты? Шадов, что мне делать, если по причине одиночества я хочу уйти в науку? Скажи мне, Шадов. Шадов отвечает очень просто: чувак, заходишь с ноги и решаешь, к девочке подходишь, обнимаешь ее за талию, говоришь, что ты знаешь все ее тайны, обнимаешь, целуешь ее за руки вот так, понимаешь, покажи, что ты классный чувак, отключи духоту и уйди из науки, и твоею станет любая сука. Yeah.